У меня есть приборчик, который меряет, на каком диапазоне что работает. Ну, приборчик, вот приборчик, на какой волне что работает. Здесь ничего такого сложного нет. Это оцинковка и медяшка. Проводок, колесик магниевый, колесик магниевый и две железки тоже. Медь, оцинковка. Больше здесь ничего нет. Я просто меряю, что влетело в руку. Понимаете, я на ваших глазах делаю операцию. А ты просто наблюдаешь за собой, да? Готовы удивляться? Нет? Поехали. Поехали. Смотри, что я делаю. Вот я в этот момент, когда я раскачиваю, да, я внимательно слушаю, что со мной происходит. В этот момент я, прибор и она становятся одной системой. Понятно, да? Я покачал, вот нашел диапазон, на который влетела эта дрянь, да? Вот диапазончик, да? И я тогда это то же самое делаю, да? Встань сюда вот. Встань. Постой так, стой так, да? Я фразу говорю, в этот прибор говорю фразу, потому что это на какой волне, вот в моих руках уже действие вот это. Я говорю, как фразу сказать? Чужой из руки вон. Фраза понятна? Поехали. Чужой из руки вон. Чужой из руки вон. Чужое из руки вон. Слушай, просто слушай. И вот это что влетело, она движется по телу и движется вот сюда, в эти железки. Потому что в этот момент железка, фраза и волна становится как синхронность срабатывает, как синхронность, понимаете? И можно с этой синхронности забраться в любой участок вашего тела. Не надо ни ножек, ни топора, ничего не надо. Я как бы... Что-нибудь можешь сказать? Аритмия пошла. Ты сюда Аритмия. Говори погромче. Ну. Аритмия сердца пошла почему-то. Да? Сердце стало биться часто. Да. Это надо, я твое сердце еще посмотрю теперь. Теперь как бы иду на сердце. Я пока вытаскивал как бы причину, которая влетела. Да? А теперь просто смотрю твое сердце. Да? При этом мне ничего не надо. Мне сердце работает, да? Вот я волну поймал, вот волна твое сердце, да? То есть, вот этого кусочка энергии на сердце нету. Я понятно говорю? Угу. Этого куска нету энергии, да? Я тогда ее фразу говорю, сердце на место, сердце на место, сердце на место. То, что было внутри, движется на эту железку. На эту железку, потому что это волна, которая ударилась о звуковую волну. Удар. И есть мир форм. Форм. Вот эта форма превышает чужую форму. И тогда чужая форма не имеет права подчиниться на более высшую форму. Да.